ओम ज्ञान चिन्म सियाजना शलकया चक्षुरुन्मीलितांगिनां तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचितानि मनोभीष्टां स्थापितामिन भूतले स्वयं रूपा पदमहयं धृति स्वापदञ्चिकम् अवञ्चिकापातरुभ्यश्च कृपसिंहुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीद्वैत गदाधर श्री वसुदेव गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम ओम विष्णु पदय कृष्ण छाय पदवेश माते प्रदुम स्वाम नाम प्रभु पाते वसन जगन्नाथ पाद मुझे बाकस्कर कृष्ण के पाद में सिंहासन मुकाम करते श्राम प्रभु по предыдущим лекциям какие-то вопросики, если остались. Надо понимать, что во-первых, мясо – это и жиры нечеловеческих продуктов, конечно. И рыбы. Конечно. Конечно. Да. Но все, кто от нас зависит, требуют нашего уважения. Все, что зависит от нас, если мы уважаем это приносит нам пользу. Если мы не уважаем то, что зависит от нас, это причиняет нам страдания. Это мы должны уважать то, что зависит от нас. В какой-то мере даже тело зависит от нас, поэтому мы должны уважать свое тело. Дать ему, когда надо выспаться, когда надо поесть, когда надо отдохнуть. Если мы не уважаем свое тело, оно берет под нами власть. Оно причиняет нам страдания. Наш ум мы должны уважать. Ну, есть какие-то свои потребности определенные. И нужно его задействовать в сознании Кришны. Дать ему возможность получить то, что он хочет в безопасном варианте. Есть безопасный вариант. Материя, в общем-то, она страшна только при неправильном использовании. При правильном использовании материя превращается в дух. Поэтому нужно обладать этим искусством. Поэтому мы уважаем все, что от нас зависит. Все, что входит в зону нашего влияния, требует уважения. Если мы уважаем электричество в своей квартире, в конце концов, не будет короткого замыкания, 15 не стукнет током. Если мы уважаем воду, она не зальет нашу квартиру и засыпет. Если мы уважаем землю, она даст нам какие-то плоды, будет какой-то результат от всего этого. Если мы уважаем свою обувь, она послужит нам дольше. Да, может ее не маргарином смазывать, хорошим кремом. Если мы уважаем свою одежду, будет какая-то радость от нее. Чтобы мы не уважали, это даст нам некоторый результат. Уважение дает результат, мы говорили. В этом секрет уважения. Уважение проявляет результат. Если мы что-то уважаем, результат будет, этот результат будет способствовать нашему продвижению. Как только мы что-то не уважаем, тут начинаются препятствия. Мы не уважаем какого-нибудь контролирующего дороги, какой-нибудь гаишник стоит на дороге. Машет вам палочкой. Но если мы не останавливаемся, проезжая мимо, он может спокойно погнаться за нами. Так если мы не уважаем что-то в этом мире, то что зависит от нас. Если мы не уважаем свое тело и вовремя не дали ему выспаться, то сон будет преследовать нас весь день, человек будет спать целый день везде. Он будет не жить, он будет спать, для него день превратится в ночь. Если ночью не выспался, просто будет. Соглашаться со своим телом, согласен. Буду спать. Согласен, не прав. Согласен. Был не прав. Поэтому это требует уважения, называется садана. Садана это не что-то такое жестко определенное. Садана это некоторый наш вариант уважения того, что нас окружает. Она должна быть садана, нашим согласованно с теми, кто с нами рядом живет. В конце концов, с нашим телом, с нашим умом, с нашим разумом. С уголовным законодательством, в конце концов. Совсем должно быть согласован, тогда будет польза. Какое-то грубое, такое, в общем-то, значит, неуважительное проявление нашего внимания к тому, что нас окружает, может вызывать негативные какие-то реакции. Если рядом с нами кто-то спит, сосед или родственник, мы начинаем громко повторять нашу мантру в 3 часа утра. Да, конечно, садана, да, все здорово, но это оскорбительная садана. Соответственно, результаты не дают. Только одни отрицательные.
какие-то явления. Мы должны быть очень аккуратными и должны понимать, что в результате, в конце концов, должно проявиться уважение. То есть у тех, кто присутствует рядом с нами, у них должно также проявиться уважение. Если мы уважаем тех, кто находится рядом с нами, они уважают ведическую культуру. Это уважение дает им громадное благочестие, они могут очень быстро сделать свой прогресс. Если мы не уважаем тех, кто находится рядом с нами, они не уважают нас, раз нет уважения, прогресса не будет. Что бы мы ни предпринимали. Поэтому нужно себя вести так, чтобы мы даже случайно с нами соприкоснувшейся души была возможность проникнуть с уважением к ведической культуре. И тогда, конечно же, может быть, даже в этой жизни произойдет глобальный прогресс в жизни этого живого существа. Чего начинать на почтительном состоянии? То есть какой-то вот брат хочешь, хочешь, потом бац, что-то такое проскальзывает, слова, поступка, действия. Где причина? Разные случаи по-разному. Имеете в виду между кем? То есть, ну вот, между приездами, между приездами. А, то есть почтительное настроение, это как бы понятно, что ты хороший человек. Но вот как-то раз бывает какое-то непочтительное настроение, кому-то проявилось, уже как-то оно внутри появилось. Это уже как бы нехороший сигнал, правильно? А какая причина? Откуда это? Его ли это действие, мое ли это? А, каких-то внешних, то есть откуда это? Забвение как-то правильно. Откуда это берется? Причина любого неуважения в этом плане — это неправильное понимание личности. Любая личность находится не в идеальном состоянии, значит, идет по своему пути развития. Соответственно, есть какие-то позитивные моменты в личности, есть какие-то негативные стороны этого характера. И никто не может взвесить этот позитив и негатив. Нет таких весов. И в чем взвешивать? В граммах, миллиметрах, в чем? В сантиметрах. В чем взвесить позитив и негатив человека? Его позитивное восприятие, какие-то негативные черты. Поэтому в наше общение не входит взвешивать человека. В наше общение не входит взвешивать. Представьте, что приходите к кому-то домой, он говорит: сначала взвесимся, измерим рост, давление. Да? Нет, мы не для этого пришли. Мы не пришли в кабинет врача. Мы пришли просто пообщаться. Поэтому, в общем-то, нет какого-то смысла сдавать анализы при общении, брать у кого-то анализы для изучения. Мы не какая-то такая, в общем-то, организация, созданная для того, чтобы выявить весь негатив в сердце другого человека. Мы должны правильно воспринимать ситуацию, мы должны понимать, что есть и то, и другое, этого много, и наша задача — искать позитивное, этого позитивного всегда много, и концентрироваться в общении на этом позитивном. А негативное мы видим, да, но мы просто стараемся не вступать в общение на уровне негативного. Мы не соприкасаемся на уровне негативного. Мы понимаем, что это может вызвать какую-то реакцию, может что-то спровоцировать, поэтому какой смысл что-то задевать, какие-то струнки человека, которые могут вызвать нечто негативное. Поэтому, как правило, неправильное восприятие другого человека, оно происходит от того, что мы пытались его взвешивать. То есть взвешивать, измерять как-то. А значит, сравнивать с другими. То есть мы сравнили. Мы сравнили его и себя, его и других. Мы занялись сравнительным анализом. Мы пытались оценить его. Мы заняли позицию судьи. А судьи — это очень опасная позиция в этом мире. Судья. Судья несет ответственность за свой приговор. Несет ответственность. Поэтому часто все это пересматривается. Потом преступник выходит из тюрьмы, начинает искать свою судью. Если судья явно поторопился. Поэтому время от времени они сильно нервничают по этому поводу. Есть ответственность некоторая. И нужно быть очень аккуратным, потому что главный судья в этом мире — Яма Радж. И это его обязанность судить. Даже Кришна никого в этом мире не судит. И мы, в общем-то, последователи Кришны, поэтому тоже никого не судим. И из-за этого Яма Радж, он со всеми разберется. И мы тут при чем? Мы последователи Кришны. Кришна не участвует в этих законах кармы, он не участвует в наказании. Он дает это все своим преданным. А преданные знают всего, они нас понимают хорошо.
Они прекрасно знают все наши хитрости, уловки. Это их работа, все оценивать. Но когда мы хотим без крайней нужды, так сказать, исполнять обязанности Ямараджи, это очень опасно. Очень опасно. Все равно, что одеть милицейскую форму, пойти разгуливать по улице, наводить порядок, не будучи милиционером. Будет некоторая проблема. Что будет? Другие милиционеры поймают и доступно объяснят, да, что это некрасиво так вот поступать. Очень некрасиво. То же самое происходит в нашем случае. Если мы пытаемся кого-то оценивать, мы выполняем функции Ямараджи. Мы пытаемся встать на, так сказать, на какую-то позицию контролирующего законы кармы. Пытаемся это взвесить, оценить как-то человека. Кришна уже оценил всех, ему все дороги. Поэтому он готов простить любого. И мы тоже должны быть готовыми простить любого и принять его таким, какой он есть. Если мы пытаемся оценивать, выносить какой-то приговор, то ему радио очень захочется с нами встретиться. Ему очень захочется посмотреть, кто это одел его форму и действует от его имени. Поэтому встреча произойдет очень скоро. И с нами поговорят по этому поводу. Ну, это вот там пытался оценивать. Хочешь пооценивать? Хорошо. Поэтому обычно вот эти вот негативные чувства, негативное восприятие происходит от того, что мы заняты не своим делом. Просто не своим делом. Вместо того, чтобы практиковать терпение, уважение и благодарность, мы практикуем недоверие, подозрительность и сравнение. К сожалению. И думаем, что это наша функция все оценивать. Нет, это ложная функция разума. Функция разума – это уметь прощать. Функция разума – это уметь терпеть. Функция разума – это испытывать благодарность. Подозрительность – это не функция разума. Нет. Подозрительность – это невежество. Это ум в угоне невежества. Он подозрительный. Очень подозрительный. Такой человек как ко всему принюхивается, прислушивается, ничему не верит. Соответственно, страдает. Поэтому нет никакой проблемы общаться с любым человеком, так как позитив есть, в каждом есть позитив. Можно на основе этого позитива общаться с каждым, не испытывая, в общем-то, больше каких-то проблем. Самое главное, не пытаться как-то взвесить внутреннее состояние человека. Никто не может его взвесить, это просто невозможно. Нужно понять, что такое общение. То, что мы делимся информацией, это не общение. То, что мы друг другу что-то рассказываем, это не общение. Один рассказал другому, другой рассказал другому. Обмен информацией – это не общение. Ничего общего не возникает. Мы просто обменялись информацией. Ничего особенного в этом опасного нет. Мы зачастую путаем общение и обмен информацией. Поэтому становимся такими очень странными. Нам что-то говорят, а мы убегаем. Очень подозрительно. Пытаемся уши заткнуть. Мы просто с нами обмениваемся информацией. То-то произошло, это случилось, так-то, 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 так-то. Ну, это просто информация. Общение, когда появляется нечто общее, когда мы погружаемся и сопереживаем тому, что нам говорят. Говорим, что да, скажите подробнее, да, а что вы почувствовали, куда, как это. Когда мы пытаемся сопереживать, когда мы сопереживаем, у нас появляются общие эмоции. Когда мы пытаемся понять эмоции у человека и в себе ее тоже как-то почувствовать, эту эмоцию другого человека. Вы подробнее скажите. Ой, еще подробнее, а это как было то. Когда мы пытаемся ту же эмоцию получить, это общение. Между нами общее появляется. Но если мы просто обменялись информацией, это нормальная жизнь нормального человека. Это его социальная обязанность обменивать со всеми информацией. То, что делать. То, что вы у кого-то спросили, сколько времени, вам сказали, это еще не общение. Абсолютно не общение. Это не общение. Но если вы стали разглядывать часы, попросили их примерить, позаводили, спросили, а можно поносить денек? Где вы купили, а что-то стоит? Конечно, это уже нечто общее возникает. Поэтому нет никакой опасности общаться с любым объектом в этом мире. Никакой опасности нет. В самом обмене информации ничего страшного нет. Да, мы увидели что-то, но мы что-то услышали, это не какая-то большая проблема. Но если начинаем в это погружаться,
Например, если мы проходим мимо колодца, никакой там проблемы нет. Мы увидели колодец, посмотрели колодец, пошли дальше. Пока мы не взяли, не достали, так сказать, оттуда литр воды, не напились, никакого общения нет. Ну, колодец и колодец, что такое, ничего страшного. Поэтому, в общем-то, в самом обмене информации ничего такого нет. Это естественное состояние сознания, обмен информацией. Мы ждем информации, мы глазами смотрим, ищем информацию, мы ушами слушаем, ищем информацию. Мы что-то носом пытаемся понять, готов обед, не готов. Это не проблема. Вот когда мы погружаемся, когда мы пытаемся чувство понять, передать это чувство, передать эмоцию, вот общая эмоция – это есть общение. То есть общая эмоция, погрузиться в эту атмосферу. Поэтому просто не погружайтесь в эту атмосферу, не пытайтесь перенять эмоцию, не пытайтесь понять, как здорово человеку от того, что он нам рассказывает, если вас пугает то, что он делает. И никакой проблемы нет. И любое общение поучительно по своей природе, любая информация, она поучительна. Но вот погружаться нужно не во все. Не во все нужно погружаться. Нужно быть аккуратным. Поэтому мы идем по магазину, выбираем какие-то продукты. Выбираем, выбираем, не наш продукт, не наш, не наш, не наш, не наш. Смотрим этикет, не наш, вот наш. Взяли, вот с ним мы будем общаться очень близко, зубами. Переваривали. Но то, что мы пересмотрели еще груду других продуктов, что вот это случилось, мы не совершили греха. Да, информацию, мы даже узнали, сколько это стоит. И что теперь? Нормальная информация, будем знать. Что стоит. Ничего страшного. Поэтому сама по себе информация несет греха. Грех несет сопереживание. Сопереживание. Вот это вот сюда. Поэтому не сопереживайте тому, что вы считаете негативным. Все будет хорошо. Близким надо сопереживать. Это не является грехом. Когда вы сопереживаете тому, что переживает близкий, это ваша обязанность. Обязанность не является грехом. Обязанность – это предназначение человека в этой жизни. Он должен сопереживать своим близким. Он должен сопереживать. Поэтому это уже не грех. Мы вчера говорили об этом. Вот мне сложно так, когда вы каждый раз меняете информацию. Точно определитесь, потому что я не могу так. Мне нужна какая-то точная информация, чтобы я мог ответить. Потому что я и с той, и с другой стороны пытаюсь за вами угнаться. Но принцип один. Принцип один. Есть разница между долгом и тем, что мы не должны делать. Поэтому, если нас не обязывают какие-то, в общем-то, долги, родственные или какие-то другие, то мы можем спокойно обмениваться информацией, не бояться никакого, в общем-то, осквернение от общения. Но если это родные или близкие, то, соответственно, наши отношения должны быть более глубокими. И поэтому мы должны прожить все это, мы должны сопереживать, мы должны понять другого человека. Потому что это наша судьба. И мы должны ее прожить, эту свою судьбу. И отказаться от нее невозможно. Просто невозможно. Поэтому необходимо сопереживать своим родным и близким. И, в общем-то, в этом нет никакой опасности. На то они родные и близкие. Это провокация? Нет, ну, знаете, про верующих людей тоже много анекдотов составлено. И про Бога много анекдотов составлено. Мы должны быть очень уважительны, особенно к женщинам. Любое неуважение к женщинам тут же приводит к бедности. Не призывайте бедность в нашу веру. Любое неуважительное высказывание против женщины может на несколько лет в бедности вернуть социум. Это описывается в законах кармы, это описывается в Махабхарате, это описывается в ведах много раз. Неуважительное отношение к старикам, женщинам, детям и учителям ввергает общество в кризис, в крах. Поэтому даже одно публичное высказывание негативное против женщины
кто-то стариков, детей или учителей, ввергают иногда в многолетний кризис общества. Поэтому будьте всегда аккуратны. Даже в шутки ради никогда не высказывайтесь негативно о женщине, о стариках, о детях. А о учителях, о кого вообще говорится. Это опять категории, за которых сразу же приходят проблемы. Тяжелейшие проблемы. Поэтому будьте очень аккуратны. Обычно так. Мы можем собраться, как-то пошутить о чем-то, но эти шутки иногда плохо заканчиваются. Поэтому будьте очень аккуратны. Потому что потом никаким способом уже не выйдешь из этого кризиса. Придется его полностью пережить. Нужно быть аккуратным. То, что у нас пропадает долг, это значит, что мы не будем продолжать его в следующей жизни. Но в этой жизни долг не отменяется. Поэтому мы должны смотреть, как ведут себя наши ачари. Поэтому изучайте жизнь Шрилы Прабхупады. И вы многое поймете. У нас есть реальный ачари Шрилы Прабхупады. И он показал нам наш долг. Наш долг – отдать всю свою жизнь семье, которая у нас есть. И когда мы подойдем к времени, когда мы будем уже свободны от своего долга. Шрила Прабхупада сделал это после 60 лет. К этому времени у нас еще есть разобраться со своими долгами. Тогда мы на эту тему поговорим. Так, время 60 лет. Подойдите ко мне, когда вам будет 60 лет. Мы это обсудим отдельно. Но сейчас есть время еще поотдавать свои долги, так как если долги не отданы, честно, они преследуют человека. Если вы кому-то не отдали долг, или думаете, что переехали в какой-то другой город, то этот долг аннулировался, он не аннулировался. Приходит к вам в почтовый ящик аквитанция на оплату счета за месяц за квартиру. Ему сказать, я преданный, и порвите этот счет. Я преданный, кому я должен? На следующий месяц опять придет, там уже будет двойная сумма. Может опять порвать, мы преданные, почему я должен за воду платить? Кому я должен? Вот. Потом вас назовут в суд, вы вам принесете Бхагавад-гит, откроете, вот стих. Я никому ничего не должен. Как вы думаете, суд учтет этот стих Бхагавад-гит? Не учтет. Поэтому давайте будем реально. Если вы садитесь в автобус, вы должны автопарку оплатить проезд. Несмотря на то, что вы преданные, непреданные, верующие, неверующие, у вас есть долг. Раз вы воспользовались чьей-то услугой, вы должны. Раз вас родили, вы должны. Вы не можете аннулировать свой факт нахождения в чьей-то утробе и свой факт того, что вас рожали. Вы не можете сказать, извините, как случайно получилось, я больше так не буду. Нет, этот факт уже произошел, поэтому вы должны своим родителям. Просто должны. Все, мы сели в этот автобус, мы едем в нем, и неважно по какой причине, куда мы едем, на преданное служение, на преданное служение. Мы должны этому автобусу. Все. Поэтому мы себе ведем по этим законам. Наше сознание не обязано принимать материалистические концепции. Вот тут наш долг исчерпан. Мы не обязаны сопереживать материалистической концепции. Но мы обязаны быть джентльменами. Это та рекомендация, которую нам дал Шрила Прабхупада. Мы должны себя вести по наивысочайшим культурным законам общества. Мы должны вызывать радость в сердце других людей. Видя нас, люди должны вдохновляться на следование своему долгу. Тогда однажды они поймут, что главный долг – это долг перед Богом. Если мы будем показывать пример отсутствия долга, то кто же будет следовать долгу веры в Бога? Никто не будет следовать. Поэтому если мы действительно поняли свой долг перед Богом, мы будем также исполнять и другие долги. Но у нас больше нет долга рождаться здесь еще раз. Вот от этого долга мы освобождены. Поэтому я думаю, что вот в нашем случае следует так понимать эту концепцию. Доживем до других уровней развития. Она немножко поменяется, но мы еще не на таких уровнях. Мы еще не саньяси. Мы еще не приняли обет отречения этого мира. Поэтому пока на нас действуют законы обыкновенной жизни. И эти законы очень просты. Мы должны показывать пример
идеального поведения. Идеального поведения. Это нелегко. Нелегко. Потому что если мы отрекаемся от одного ради другого, это просто материализм, очередная форма материализма. Очередная форма материализма. Мы должны выполнять обязанности и перед Богом, и еще перед этим миром. И тогда мы покажем пример другим. Хороший пример. Очень качественный пример. Действительно, в этом будет нечто привлекательное и высококультурное. Это делать нелегко, конечно. Очень легко от чего-то отречься, принять что-то другое, но это будет плохой пример. Нехороший пример. Вот лет 20-30 передачи юмора были только во время праздника, там перед праздником. Сейчас включаешь любую программу телевидения, хохочут, зал надрывается, на сцене там поясничают, падают, перележаются, появляются. То есть вот это вот эта здоровая тенденция, или что это такое, вот это то, что вот хотят людей рассмешить, довести их до безумия вот этого смеха. Что это такое? Что это такое? Это то, что оплачивается. Средства массовой информации очень такая очень меркантильная область, очень практичная, поэтому на что идет рейтинг, то и показывается. Все очень просто. Поэтому то, что востребовано народом, то, в общем-то, и дается. Поэтому, в общем-то, трудно сказать, в ком-то навязывание, потому что все решается сейчас деньгами. И восприятие человека есть некоторая тенденция. Поэтому сейчас такая тенденция. Завтра она может измениться или что-то поменяется в этой информации. Все зависит не от того, какая информация, а кем она воспринимается. Поэтому для хорошего человека все хорошо. Для плохого человека все плохо. Для человека развивающегося ему все поможет. Даже плохая информация. Она будет действовать как кнут для него. Он будет понимать, о, так лучше не делать, все понятно. Над этим лучше не смеяться. Для плохого человека все плохо, он и над хорошим посмеется, и он будет. Поэтому все-таки дело не в информации, а тот, кто ей пользуется, этой информацией. Как нож. Ну, какой-то простой, жутко простой пример с ножом. Нож-то хорошо или плохо? Кто пользуется этим? Кто этим пользуется? Кто и как этим пользуется? Поэтому не важно, чем мы пользуемся. В общем-то, важно, как мы этим пользуемся. Поэтому фактически всем можно воспользоваться. Фактически всем. То есть почти всем в этом мире можно воспользоваться в позитивном образе, в позитивной форме. Злоупотребление всегда плохо, поэтому ножом можно резать ваш хлеб, сыр, но по улице лучше не носить на всякий случай. Поэтому любое, конечно, любой перегиб, это всегда негативно. Но если вы разумны, то любая информация сделает вас более разумным. Если разум не подключен, у нас, так сказать, наше сознание не может правильно воспринять то, что происходит, мы не хотим развиваться, тогда любая информация пойдет во вред. Просто во вред. Поэтому, в общем-то, если у человека не сварение желудка, но любая пища пойдет ему во вред. Он будет только еще хуже. Но если у человека хорошее пищеварение, он даже гвозди потихонечку переварит. Не страшно. Железо переваривается в желудке. Может, ну, скрепку проглотить, она переварится. Поэтому, в общем-то, мы не должны бояться информации, мы не должны бояться мира. Мы должны просто делать соответствующие выводы. И когда мы делаем соответствующие выводы, это нас укрепляет. Это укрепляет наше понимание. И страх – это, конечно, хорошая эмоция для начала развития. Но постепенно от нее нужно отходить. Поэтому в этом мире что-то происходит, гуны как-то действуют. Что-то становится модным, но для развивающего человека все полезно. Поэтому и он извлечет из этого блага. Если он будет способен настроиться на нужную волну, он сможет найти для себя важный пример и сделать соответствующие выводы. Поэтому мы еще не приняли обет полного отречения от мира, не спрятались в какой-то пещере. Наоборот, мы готовы идти и разговаривать с людьми. А это значит, что мы должны быть готовы их слушать. А значит, что мы должны быть готовы их понимать. И они много всего веселого нам расскажут. Если мы не способны их правильно воспринять и извлечь благо из того, что они говорят, мы не сможем проповедовать. Поэтому проповедь – это правильное состояние сознания, когда мы воспринимаем информацию в позитивном ключе для своего развития. Все будет хорошо. Вы говорили, что в другом
питание. Все же время о культуре говорим. Как все мистики. Мы должны понять, что в задачи нашего общества не входит, в общем-то, какая-то глобальная социальная защита. Мы сейчас не социальная организация. Это, конечно, было бы хорошо, какие-то идеи о социальности, но в основном мы проповедническая организация. Значит, что у нас нет какой-то социальной структуры, мы не способны помочь человеку в его трудностях, мы не способны платить пенсию, может быть, в основном. Мы не способны иногда помочь человеку в его лечении. Мы не способны как-то поддержать человека в его трудностях, потому что пока это, в общем-то, не так просто осуществить, даже огромные государственные организации не всегда способны какие-то социальные гарантии дать своим служащим или работникам. Поэтому в этом плане мы не социальные, и мы не должны ждать от нашего общества социальной защиты. Это немножко не то место. Это место, где мы можем полностью предаться. Но получить социальную защиту – это несколько завышенное ожидание. Это некоторая идеализация. Поэтому лучше позаботиться о своей защите самому. Или уже точно понять, что, предавшись полностью в физическом плане, я понимаю, что в случае трудностей я могу не получить должной защиты и не буду обижаться. Даю обед, что обижаться не буду. Иначе мы используем просто общество Сани Кришны как какой-то некоторый такой Хари Кришна профсоюз. У нас не Хари Кришна профсоюз. То есть но профсоюз, он добивается своих требований у какой-то вышестоящей директорской организации. Нам у кого добиваться своих прав? Митинг провести, но у кого? Кришне, вот у нас есть митинг, киртан называется. Наша форма митинга. Но мы не просим зарплаты. Нет, мы просим нас забрать отсюда, аннулировать наши глупости и забрать нас отсюда. Поэтому давайте будем реалистами, и ближайшие, может быть, лет 50 или 100, то есть на наш век, я думаю, что не появится каких-то таких серьезных социальных гарантий. Поэтому давайте будем реалистами, поймем, что наша организация призвана для того, чтобы полностью вручить себя Богу, отдать все, предаться на все 100%. И тут нам помогут это сделать всеми способами. Если хотите отдать все, пожалуйста, это запросто. Но если вы хотите что-то получить, это уже социальная организация. Что-то получает от социальной организации. Поэтому это просто не то место. Нужно пойти в профсоюз какой-то устроиться, в какую-то партию вступить. И там как-то будут помогать, защищать. Поэтому мы должны быть разумны и, в общем-то, пользоваться своим разумом. Например, в Ведах говорится, что чувствуя приближение старости, человек должен позаботиться о том, чтобы отложить что-то на свою старость. Он должен начать делать какие-то вложения в свою старость, потому что несмотря на то, что, конечно, Бог обо всех заботится, но Он заботится также и тем, что дает возможность что-то отложить на старость. Это тоже Его забота. Поэтому это очень хорошая идея. Позаботиться о себе самом и не накладывать излишние какие-то экстремальные обязанности на преданных, которые пришли сюда предаться полностью. Это тоже забота друг о друге, позаботиться о себе самом. Поэтому, когда появится какая-то социальная структура, то тогда и подумаем, вступать в нее или нет. Обычно она самоорганизовывается, обычно какие-то богатые преданные, когда их много, они какие-то свои проценты откладывают в какой-то фонд, назначает комиссию, которая рассматривает просьбы преданных по поводу лечения там, или старости, и назначает что-то пенсию или выплаты по поводу лечения. Такое бывает, да, устраивают. В больших храмах бывают такие вещи. Но это абсолютно добровольная вещь. Абсолютно добровольная, и как-то взять всех обязательно невозможно по этому поводу. Какие-то отчисления со всех брать, это невозможно. Поэтому мы должны быть реалистами и все-таки стараться, так сказать, заботиться о себе, так как все-таки Кришна дает нам возможность как-то это сделать, и не ожидать какой-то экстремальной ситуации. Разум – это умение все-таки быть готовым к экстремальной ситуации, поэтому все-таки постараться и самому в нее не попадать, и других не заставлять в этой ситуации оказываться. Это такое некоторое неправильное понимание. Немножко
грубое понимание. Преданный идет против течения людей, потому что он живет по неэкономической схеме. То есть он готов отдавать больше, а брать меньше. Он готов отдать все. И в принципе не взять ничего. Поэтому это, конечно, асоциально. То есть асоциально это все-таки следовать экономической системе развития. То есть покупать за дешево, а продавать за дорого. И поэтому, когда преданный идет по этому пути, когда он показывает пример, что можно быть счастливым без экономической системы, это разрушает экономическую подоплеку современного общества. А соответственно, такой человек является таким скрытым врагом общества, потому что он разрушает ее основу, экономическую систему. Поэтому в хорошие времена, лет 20-30 назад, такого человека просто объявили врагом народа. И так и объявляли примерно. Поэтому, в общем-то, всех попов, всех верующих людей, всех посадили в свое время, все отсидели, потому что по своей природе были асоциальны, то есть были готовы быть счастливыми, ничего не покупая. Как это так? А вот принцип общества – это покупать как можно больше. Поэтому, конечно же, те, кто проповедует отречение, они проповедуют против процветания государства. В конце концов. Против процветания государства. Поэтому нужно быть с этим аккуратным и, так сказать, не перегибать палку. Иначе общество будет волноваться по этому поводу. Как это так? Быть счастливым, не покупая тюфань. Тифан, он думает о нас. Знаете, вот такая сковородка, она стоит на вашей кухне и думает о вас. Мне страшно иногда, когда я слышу эту рекламу, а потом на кухню боюсь заходить. Там чайники, сковородки, утюги, они думают обо мне. Не надо обо мне думать. Обо мне Бог уже думает. Потом такая реклама, она, в общем-то, он заменяет Бога. Ведь не Бог думает о тебе, Тифай думает о тебе. Поэтому покупайте Тифай. Не покупайте Бадольгиту, покупайте Тифай. Она подумает о тебе. Просто предайся мне, Тифай. Поэтому, конечно же, мы с этим не согласны. Мы думаем, что все-таки Бог думает о нас. Поэтому да, в этом есть социальность, конечно. Но мы не должны, хотя мы идем против течения, нужно все-таки стараться никого не задевать. Вот никого не задевать. Поэтому даже если вы попали на встречную полосу, все-таки старайтесь как-то по бровке ехать, никого не задевать, не мешать другим в движении. Не нужно устраивать во благовые какие-то столкновения. Ну вот, да, вот так вот получилось, что делать. К сожалению, вектор разный, да, материализм и атеизм – это разный вектор. Но это не значит, что мы должны идти лоб в лоб и объявлять войну. Не надо объявлять войну. Война – это глупость. Мы должны быть в этом плане политичными. То есть мы должны аккуратно обходить друг друга и стараться не доводить до войны. Да, да, пожалуйста, мы же понимаем, что это жизнь людей, пожалуйста. Но для них это решение проблем. Им нужно, чтобы хоть кто-то о них думал. О них никто не думает, но пусть хоть Тифай думает. Это их Бог. Ну, пусть хоть какой-то Бог будет. В конце концов, человеку требуется такой Бог. Поэтому мы готовы принять. Как помните эту бабушку из анекдота, которая спросила человека, а ты кто? Он говорит, я богослов. Это богослов. Ну ничего, Бог и таких любит. Ничего страшного. Поэтому люди могут не понимать, кто мы. Могут подумать, что что-то не то как-то. Не так, но в конце концов придет время. Все поймут, кто куда движется и каковы цели каждого. Просто не нужно другим мешать особенно. Пусть идет своим путем. Этот путь его научит. Здесь все пути ведут к одному и тому же. К некоторому озарению все пути. Поэтому неважно, каким идет человек путем, теологическим или, в общем-то, путем материалистическим, ему придется понять, что выхода нет. Просто придется понять, что выхода нет. Однажды он заметит, что на самом деле он никуда не идет, а по кругу бегает. Однажды он поймет, что он просто белка в колесе. И что хотя она прилагает огромное количество усилий, видели белку, да? Глаза на выказе, хвост трубой, бежит изо всех сил, но на месте крутится. И вдруг это колесо начинает скрипеть, плохо крутится. И она очень сильно нервничает.
И когда ей эта корица смазывают, она опять довольна, опять быстро выписывает. Но однажды придется понять, что просто это колесо. И человек это понимает. Даже в каком-то физиологическом плане это называется кризисом средних лет. Кризис средних лет, когда человек понимает, что все, что он делает, это просто хождение по кругу. То есть это уже было тысячу раз. И он видит, что он прилагает новые усилия, а заканчивается все так же. Он пытается прилагать новые усилия, опять все тем же заканчивается. Он говорит, это новый вариант усилия, опять все к тому же приходит. Он пытается искать новизну, а все старое. И к нему приходит кризис, как жить. Если в этот момент у него достаточно уважения к преданному, и преданные вели себя уважительно по отношению к нему, то он сталкивается с какой-то религиозностью и меняет свой вектор развития. Если в его сердце недостаточно уважения, а преданные вели по отношению к нему себя оскорбительно, то человек применяет какие-то грубые методы выхода из ситуации. Он может забить, он может покончить жизнь самоубийством, он может бросить все и все попытаться сделать заново, начать жизнь по-новому. И он может просто постепенно умереть с какой-то хронической болезнью. Поэтому наша задача просто не мешать человеку спокойно дойти до своего кризиса. И сделать все, чтобы у него было хорошее впечатление о верующих людях. И желательно, чтобы дома, там где-нибудь далеко была спрятана купленная книжка. И когда человек дойдет до кризиса, естественно, жизнь доведет его до кризиса. Жизнь добрая, она доводит всех до кризиса. Здесь всех уже довела до кризиса, нет? Ну, кого-то уже довела, кого еще не довела, все впереди. Она добрая, поэтому доведет обязательно любого до белого коленя. Если благочестие накоплено, вот это агьята суприта есть, то есть у них хорошее мнение о верующих людей, их никогда не оскорбляли, с ними не боролись и не воевали, то им, естественно, захочется попробовать и этот метод решения проблемы. Просто захочется попробовать. Потому что альтернативы нет. Нет никакой альтернативы духовности, только алкоголизм, что еще есть. Или пить, или пойти разобраться, может там что-то есть. Но пить уже пробовали многие, поэтому и в этом уже для кого-то путь закрыт. Уже кто-то себе язву напил, поэтому уже понимаете. Тоже не решение проблемы. Что делать? Что делать? Поэтому человек так или иначе приходит к этому желанию попробовать. И поэтому, чем милостивее будет, в общем-то, этот процесс, и чем правильнее мы себя вели все это время, тем легче пройдет этот переход. И желательно, чтобы он как можно быстрее произошел. Поэтому помните, что каждая наша встреча с каким-то человеком – это то, что он вспомнит в момент кризиса, как к нему относиться. Если это воспоминание будет позитивным, то у него появится возможность какой-то духовной практики. Поэтому каждое наше негативное отношение к простому человеку, это мы будем несколько виноваты в том, что отодвинем его возвращение в духовный мир. Это очень печально. Поэтому помните, что культура – это то, что дает возможность во время кризиса человеку принять духовный путь развития. Да? Вот я это уже вам только что объяснил, что когда придет ответ, мы на эту тему поговорим. Да, это речь человека, которому стукнуло 60 лет. Понимаете, есть разница. Возраст – это то, что определяет наши обязанности. И поэтому до 60 лет наша обязанность – заботиться о тех, кто от нас зависит. Наши родные, близкие, дети и так далее. Это обязанность большинства. Есть исключительные личности. Но мы не исключение, мы должны думать о себе, что мы исключение. Только мы себе подумаем, что мы исключительные, у нас начнутся исключительные проблемы. Потому что быть исключительным очень трудно. Очень трудно быть исключительным. Вся тяжесть обрушится на плечи исключительного человека. Все будут его критиковать, все будут высматривать каждый нюанс его поведения. Все будут искать подвох в его словах, в его действиях, поднимется все его прошлое и будущее. Микроскопом будут разглядывать все, что он сказал, все, что он сделал. Будут постоянно на сцене, это называется быть на сцене. Так что такое быть на сцене, я вам расскажу.
Это когда вы сидите на сцене, и на вас направлена рампа. Знаете, что такое рампа? Там много-много ярких ламп, прожекторов. И они на вас направлены, и вы не видите зал, ничего не видите. Зал не видно. И она жутко слепит и страшно греет. Потеешь, пот льется, невозможно, лицо красное, ужасно. Но нужно несколько часов сидеть и разговаривать с залом, которого вы не видите. Но все видят все. Все, каждое движение вашего лица, каждое движение ваших глаз. Все, микрофон в миллион раз увеличивает ваш голос, все записывается. 40 микрофонов все видят. Не дай бог хоть что-то произошло. Все радостно это фотографируют, печатают и пересказывают другим. Это путь исключительных, поэтому нужно быть исключительно непривязанным ко всему. Исключительно непривязанным. Потому что будет после первого такого провала будет исключительно больно. Исключительно больно будет. Поэтому путь исключительных для исключения, а исключения только подтверждают правила. Поэтому правило для всех – это отдать все свои долги, дожить до старости, когда чувства, естественно, уже не будут требовать столько заботы о себе. Поэтому вариантов нападения будет намного меньше. И спокойненько отдать все свое тело на служение Богу. Поэтому, когда это время придет, нужно посоветоваться с такими же уже старичками. И они скажут, как правильно сделать, чтобы даже отходя от этих обязанностей, сделать это гармонично, красиво, вовремя. В общем-то, потому что даже если мы отказываемся от обязанностей в прямом смысле, они все равно остаются до момента смерти. Все равно остаются, поэтому даже приняв отречение, человек все равно думает о своих родителях. Как воспочитание принимал отречение, и мама попросила его где-то рядом жить. Поэтому он поселился в Пуре, чтобы была какая-то связь, чтобы маме доставить удовольствие. В этом есть некоторые, в общем-то, обязанности. Мы должны это помнить. То есть даже если мы принимаем полное отречение, мы все равно должны ради блага наших последователей, тот, кто отречен, у него есть последователи всегда. Даже если человек немножко отречен, у него уже есть последователи, поверьте мне. Просто может кто-то еще не открыто следует, но все равно кто-то пытается идти тем же путем. Потому что отречение всегда вызывает последование. Всегда кто-то за... И кто-то за вами идет. И поэтому ради своих же последователей, ради примера, необходимо продолжать выполнять какие-то обязанности в том числе. Поэтому, например, где-то говорится, что саньяси не пренебрегает долгом проведения свадебных церемоний. Не пренебрегает. Чтобы, в общем-то, обязанности продолжали выполняться. Это идея. Поэтому мы должны быть чрезвычайно аккуратны и лучше всего уйти из этого мира, полностью расплатившись со всеми своими долгами. Потому что не так легко отдавать свой долг Богу, прекратив отдавать свои долги социуму. Не так это легко. Для этого нужно быть по-настоящему отреченным. Но это очень высокий уровень настоящего отречения. Я бы на нашем этапе все-таки старался не думать о себе, как о великом отреченном. Все-таки у нас пока еще достаточно много материальной обусловленности. Нам стоит с этим считаться. Стоит считаться со своим телом. То есть, как, например, потребность во сне может уменьшаться с течением времени. И когда человек становится старше, то у него действует вата. И эта вата, она может давать силы во время сна за меньшее количество сна. Человек может спать 6, 5, 4 часа и высыпаться, так действует его тело. Но если человек еще не дошел до этой ситуации в своем теле, то лучше ему учитывать желание своего тела и все-таки выспаться должное количество часов. Но также в старости человек, естественно, отказывается от каких-то продуктов, они просто уже не перевариваются. Поэтому для него это благо есть меньше, и определенные продукты. Это делает его более сильным. Но если тело еще, так сказать, имеет этот яркий огонь пищеварения, если его не занять, то этот огонь пищеварения сожжет само тело. Появятся желудочные проблемы, язва желудка, еще что-то. Поэтому лучше его занять, чтобы оно как-то работало. То есть тело нужно загрузить по его активности. И сейчас мы достаточно активны, тело лучше загрузить, его умственную деятельность, физическую, учитывать эти условия. Поэтому чем, так сказать, больше мы будем практиковать преданное служение,
тем больше будет понятно, как правильно отрекаться. Самое главное, раньше времени ничего не отказываться. После раньше времени ничего не отказываться. Это как билетик. Если мы сели в автобус, купили билетик, там что написано? Сохраняйте билетик до конца поездки. Поэтому раньше этого билетик не выкидывайте. Когда выйдем из автобуса, тогда да. Вот когда доживем до возраста, когда можно принимать другие формы отвлечения, тогда уже ну, будем смотреть, как билетик, куда и что. Может, все-таки оставить, потом отчитаться, сдать Кришне. Скажу все честно, долги отданы. Тогда будет все хорошо. Когда мы отдаем долги, это связывает нас, и наши родные и близкие последуют за нами в духовный мир. Поэтому Кришна говорит, не бойтесь ничего. 10 поколений ваших родственников отправятся вместе с вами. Получите освобождение. Наша задача просто не разрывать эти связи, и все будет хорошо. В ведах не рекомендуется общаться с душевно больными людьми, но если это близкие родственники, и они находятся в сильной тамагуне, что порой даже не безопасно. Какие бы ни были наши родственники, общаться с ними наша обязанность. Общаться с ними наша обязанность, это наш крест. И мы не способны осознать наш крест. Не знаю, рассказывал я историю или нет, но однажды один человек, он пришел к Богу, сказал, у меня такой тяжелый крест, вот, у меня есть одна просьба, можно я другой какой-то, может, мне выбрать? Ты же Бог, пожалуйста, выбери мне что-нибудь другое. Он говорит, да нет проблем, пойдем. Он привел его к какому-то складу, говорит, что это у человека? Это место, где хранятся кресты все. Можешь выбрать себе свой, иди выбирай, какой хочешь, ладно, разрешайся. И тот пошел, смотрел, огромные стоят, по 3 метра, то 2, он шел дальше, дальше, меньше, меньше, меньше. Он говорит, нашел маленькую коробочку, это маленький-маленький. Говорит, вот, принес, говорит, вот этот я выбираю. Он говорит, так это твой есть. Мы всегда думаем, что наш крест какой-то не наш. Это чужой чей-то крест. Это наш крест, и мы готовы его отнести, и, в общем-то, это... В действительности избавит нас от всех наших анарт. Та ситуация, которая создается вокруг нас, именно она идеально создана для избавления от трудностей в нашей жизни. Кришна подобрал нам эту ситуацию. Это не какой-то гад пришел и все испортил в нашей жизни. Это не какой-то негодяй пришел и все напортил, все напортил. Нет, ситуация создана, в общем-то, для нас, самим Кришной. Он заботится об этой ситуации. Мы находимся под его влиянием. Мы находимся под влиянием заботы Кришны. Поэтому он создает нам такую ситуацию, чтобы мы очистились от всего. Поэтому ну, кому-то достаточно, так сказать, чаю горячего попить, чтобы вылечиться от его болезни. Кому-то нужно какие-то, так сказать, просто травы попить, и он вылечится. Кому-то нужны лекарства более сильные, так чтобы жар бросал, холод. Кому-то нужны процедуры, массаж. Кому-то нужна операция. Кому-то ампутация. Ну что делать? Это наша болезнь, это не чья-то болезнь, поэтому мы должны со всей радостью и уважением к Кришне, нашей судьбе, принять это все и полностью пройти этот курс лечения. И не просто терпя это, а постараться, в общем-то, испытывать позитивные эмоции, кто нас окружает. Потому что если мы позитивно воспринимаем тот экзамен, который нам дается, то он перестает влиять на, в общем-то, какие-то наши негативные качества характера. Поэтому, да, это нелегко. Никто не говорит, что будет легко, но ни в коем случае нельзя считать свои проблемы тяжелыми. Как только мы считаем свои проблемы тяжелыми, нам во всей красоте показывают, что бывает намного хуже. Поэтому лучше всего к этому аккуратно относиться, поэтому была всегда такая традиция ходить в люди, это помогать страдающим. Просто пойти и помочь страдающим, то становится понятно, что у нас-то на самом деле еще есть в запасе много всего. Наша ситуация не самая тяжелая. Поэтому если мы уважаем свою ситуацию и готовы ее терпеть и проходить, то эта ситуация не будет оказывать достаточно такого жесткого воздействия на наше сердце. Наоборот, она поможет нам полностью пройти все те нагрузки, которые, может быть, были рассчитаны еще на пару жизней. И Кришна хочет, чтобы мы как можно быстрее закончили здесь свои дела. Поэтому какие-то испытания будут рассчитаны нам. Может быть, некоторый перегрев, но это полностью выжжет в нас какие-то проблемы.
полностью выжить нас. Эта жизнь у нас состоит из Бхишмадева. Дед Бхишмадева, он на поле Курукшетры рассказывал, что в принципе вся философия уже дана, и никто ничего не может придумать больше. Он говорит, что на философии этого мира очень простая, этот мир большая сковородка. И солнце в ней это огонь. Дни, минуты, время, дни, минуты. Это трава, месяцы и годы, это большая поварёшка, которая все это размешивает. И в этом мире есть черные и белые полосы, когда становится, когда мы жаримся на этой сковородке. Мы то одним боком жаримся, то другим. Нам кажется, то хорошо, то плохо, но кто-то берет эту ложку и крутит нас по этой сковородке, размешивает, чтобы мы со всех сторон одинаково поджарились. Поэтому, когда человек поджаривается на этой сковородке, он на этих белых и черных полосах жизни, он становится сереньким, одинаково поджаренным со всех сторон. Поэтому на определенном этапе человек такой немножко серенький становится, жизненно наученный. Жизнь его хорошенько уже помешала на этой сковородке. И когда мы зажариваемся полностью, мы становимся готовыми прийти к Богу. Мы становимся готовыми, мы запекаемся в свои корочки. И еще в конце, например, как тоже приводится пример. Еще в конце нужно проверить нас, насколько мы запеклись. Поэтому как хлеб проверяют, берут там спичкой, протыкают хлеб. Готовы ли мы, поэтому последнее испытание еще у нас так надкусят, попробуют. Полностью ли мы запеклись, полностью ли мы готовы. Все ли там запеклось внутри нас, не осталось ли ни одной натки. Поэтому да, никто не говорил, что будет легко, что процесс извлечения это прямо вообще супер какая-то приятная вообще для тела процедура. Нет, это процесс запекания, поэтому мы чувствуем этот некоторый жар, потому что огонь – это представитель Кришны, и он сжигает в нас эту карму, типа следствие наших грехов. Поэтому мы чувствуем этот жар, но мы должны остужать себя. Нам хочется выпрыгнуть из этой сковородки. Нужно просто остужать себя, остужать. Постараться ровненько перекатываться. Это все будет хорошо. Сказать, поймать даже некоторую радость в этом процессе. Некоторую радость. Поэтому все равно, даже если что-то выскакивает из сковородки, хозяйка помоет и обратно. Так просто не выкинуть. Потому что мы ценный продукт, ценный. Поэтому даже если выскочим, нас помоют и обратно. Поэтому лучше самим находиться в этой такой немножко жаркой ситуации, но все-таки понимаем, что это в наше благо, в конце концов. Видите, овощи это проходят. Что делать? Мы тоже так немножко овощи. Не сильно отличаемся. Поэтому нас тоже немножко так пожарить. Сделают сам жизнь хорошую. И мы должны понимать, что рядом с нами такие же овощи. И мы вместе из нас готовят некоторые саджи. В нашей большой кастрюле двухэтажной. Поэтому достаточно такой веселый процесс, но все-таки терпимый. Терпимый. Можно терпеть. Как правильно проповедовать родственникам? Мы должны понять, что воздействие слова очень резкое воздействие. Слово ранит сердце. Поэтому вообще в любви, в дружбе, в близких взаимоотношениях, в общем-то, не прямыми словами, это вообще, а некоторыми намеками. Как-то на допонимание, на некотором таком, в общем-то, взаимном чувстве. Слова, резкие слова – это не метод общения между любимыми, между друзьями, между очень близкими людьми. Слова ранят человека. Очень трудно, чтобы словами говорить какую-то боль, причинять какую-то правду, открывать. Поэтому больше передается какими-то культурными методами. Больше передается вот этой эмоцией нашего повышенного уважения, нашего повышенного терпения, нашей повышенной благодарности. Потому что это то, что
В общем-то, они свойственны материализму. Материализму свойственно нетерпение, свойственно неблагодарность и свойственно неуважение. Поэтому у нас есть эти три очень тонких и внутренних и необходимых доказательств того, что мы действительно правильно прогрессируем, то, что мы способны терпеть, мы способны испытывать благодарность, мы способны проявлять уважение. Вот это самая лучшая проповедь для родных и близких. Больше их терпеть, больше их уважать и больше быть благодарным. Это обязательно будет замечено. Это обязательно заметит любой, это любой человек заметит. Любой человек. Потому что примеров противоположного весь мир вокруг. Примеров противоположного весь мир. И обязательно родные и близкие заметят это. Они заметят. И, конечно, мы должны сохранять свою верность. Верность тому, что мы делаем, верность тоже вдохновляет людей. Когда кто-то чему-то верен, людям хочется верности. Им хочется какой-то преданности, им хочется энтузиазма в развитии. Все хотят какой-то цели, чему-то, все хотят предаться, на самом деле. Просто не знают кому, тут нечему предаваться. Нечему, чему тут предаться? Путину предаться, его сейчас снимут, все. Кому предаться? Кому предаться? Науке предаться, все, тоже не получается. Кому предаться, чему предаться? Везде как-то все некрасиво, невкусно. Поэтому у нас есть чему предаться, и люди, конечно же, они хотят чему-то, поэтому они будут постепенно к этому двигаться. Поэтому вот эта верность, она очень важна верность. То есть мы должны испытывать радость от того, что мы делаем, мы должны испытывать энтузиазм. Мне мама недавно говорит, что я не понимаю, конечно, твою работу, что ты там делаешь, но что меня поражает, что за последние 20 лет ты ни разу не высказался плохо о своей работе. Что быстрее бы все закончилось, да пропади на пропотом, да как все надоело, ну да быстрее бы на пенсию. Он говорит, все люди вокруг меня, все до одного, они все говорят одно и то же, быстрее бы на пенсию, так все это меня достало, это ужасная работа. Это тебя ни разу этого не слышал, поэтому делай, что ты там делаешь. Не знаю, что там, но там что-то есть. Поэтому это является естественным доказательством, в общем-то, некоторой серьезности того, чем мы занимаемся. Некоторой глубины того, чем мы занимаемся. Мы, в общем-то, пример ачара. Наш метод – это метод ачары. Мы показываем наш пример, мы просто в действительности проявляем, взращиваем в себе позитивные качества характера. И это все заметят. Это все заметят. Но слова – это слишком острое оружие. Это скальпель. Поэтому этот скальпель лучше приберечь для какой-то операции. Когда на человека постоянно давит, он привыкает к этому давлению, и давление перестает работать. Наказание должно быть, в общем-то, редким. Тогда оно является действенным. Давление должно быть редким, иначе давление будет уничтожающим. Поэтому, так как иногда нам все-таки надо с чем-то иногда бороться, более-менее активно, лучше слова приберечь для каких-то очень серьезных ситуаций. И тогда они будут действовать. Все удивятся, что себе об этом заговорили. Это подействует. Но если мы постоянно что-то конючим, вот, то ты ведешь себя неправильно, живешь неправильно, толку у тебя никакого, лапы, мясоеды. Это все не действует. Толку никакого нет. Слова вообще не действуют. Вы видели, чтобы в семье вообще на кого-то действовали слова? Можно 10 лет что-то пытаться объяснить своему родному близкому человеку, и толк ноль вообще. Попытайтесь что-нибудь объяснить своему родному близкому. Придите сейчас. Хоть что-нибудь, свою идею, попытайтесь ее объяснить. Легче самому сделать, чем что-то объяснить. Это даже какие-то простые вещи мы не можем объяснить, что ботинки надо не сюда ставить, а сюда. Попробуйте объяснить. То что говорить о каких-то сложных философских аспектах. Поэтому слова – это вещь такая достаточно жесткая, и поэтому можно легко поранить сердце. Ну вот пример. Я говорил там, как легче, как правильно всего разбудить человека. Не рассказывал? Кто знает. Как самым мягким способом разбудить человека? Колокольчик? Ну, достаточно жесткий способ. Ба-бам-бам-бам. Это набат называется. Набат, конечно, это может быть лучше, чем наш будильник железный. Но все равно это некоторые набаты стать невозможным. Поэтому он, конечно, действует на тонком уровне, но будет сразу в нервную систему. Бру-ру-ру-ру, все просыпаются. А кто знает сам? Это для семьи это не подойдет.
могут побить. А кто знает, как семье разбудить любимого человека. Я сейчас расскажу. Его нужно разбудить запахом приготовленного завтрака. Нужно встать и начать готовить завтрак. И любой человек на определенном уровне запаха просыпается. Ого, что-то там жарится. Вот тогда, проснувшись, человек испытывает действительно позитивные чувства. И сразу с самого утра воцаряется некоторая любовная атмосфера. С самого утра. Это самый такой человечный способ разбудить кого-то. Попробуйте. Удивительные вещи. Посмотрите. Я говорю, давай, давай, запоздай, давай, работать надо, денег нет. Конечно. Подумаешь, вообще ты в армии или где вообще. Рота подъем, рота отбой. Чего валяешься? Поэтому есть разная степень, в общем-то, воздействия на сознание другого человека. И можно, конечно, его водой из ведра окатить. Можно колоком позвонить по духам. Можно, да, а снегом за шиворот насыпать. Можно стащить с кровати. Можно приготовленным завтраком, запахом приготовленного завтрака. Красотища. Кто хотел бы, чтобы его будили запахом завтрака? Один человек хочет. Ну, два. Остальные не хотят. Не хотят. Ну, вот. А я хочу. Ну, что хотим, то и получим. Проблемы нет. Наше личное желание, поэтому в законах о здоровье говорится, что когда человек будет другого человека резко, это становится формой греха. То есть форма греха – это резко разбудить человека. Это некоторое насилие, форма насилия, потому что человек пугается, он не понимает, где он. У него сразу же неправильное мировосприятие. Это какая-то форма греха, форма насилия. Поэтому будет надо мягко. Только военный радуется, когда его будет резко. Это его радует резкая ситуация. Просыпается довольный сразу. Где противник? Куда? Что? Но другие люди боятся. На них действует страх. Поэтому постарайтесь передавать знания через посредством добрых способов. Это очень тонко, красиво. Потому что жить нам долго вместе. И можно мягкими способами. Если времени нет, если мы должны расстаться через 5 минут, тогда можно что-то сказать на прощание. Но если мы живем долго, лучше все-таки посредством добрых чувств менять сознание другого человека. Ну, даже если это плохо, если вам это не хочется, какая разница? Почему? Не обязательно? Не обязательно. У нас много чего плохо, но не обязательно сразу это делать. Мало чего у нас плохо. Поэтому нужно быть, в общем-то, спокойным и разделять греховное действие и негреховное действие. Это не греховно. Это не греховно. Греховно – это, в общем-то, жить так, чтобы не исполнять свои обязанности. Поэтому, если это не мешает вам исполнять ваши обязанности, это не греховно. Это интересно. Нужно посовещаться с врачами, чтобы себе кому-то желудка не заработать. Да? Потому что, когда долго нет процесса пищеварения, но если желудок, так сказать, действует более-менее активно, то могут быть проблемы достаточно серьезные. Поэтому посоветуйтесь, если ваш желудок способен в такое время обходиться без еды, ну, все нормально, никакой проблемы нет. Там возьмите, там кислотность посмотрите, там точно. Посоветуйтесь. Но это не греховно. То есть греховно – это то, что мы делаем, и оно начинает мешать нам исполнять наши обязанности. Вот это уже опасно. Это опасно. Поэтому, когда человек практикует что-то, сказать, что ему кажется для него полезным или приятным,
но это начинает мешать ему действовать верно. Это убивает его силы, его радость или его правильное взаимоотношение с другими людьми. Тут нужно постеречься. Например, пить, если у человека конституция пита, ему не рекомендуются длительные посты. Почему? Потому что он становится вспыльчивый и злой. И это мешает его правильному мировосприятию других людей. Поэтому пить рекомендуется 6 раз в день есть. 6 раз в день это такое. Краснолицые, активные, громко говорящие, немножко возбужденные. Такие люди достаточно, в общем-то, сильные. И вот этот огонь, огненная конституция, если нечего переваривать эту огненную конституцию, то он начинает переваривать всех вокруг себя. Его пищеварение распространяется на всех родных и близких. Просто переваривает его, так сказать. Брызжет слюной, пытается всех переварить. Съесть пытается всех вокруг. Поэтому это опасно, и он должен знать эту, в общем-то, систему и стараться поесть. И его родные и близкие должны это тоже знать, что если пита конституция как-то проявлена, то родные и близкие должны, почувствовав, так сказать, появление пита, должны тут же бежать на кухню, быстрее что-нибудь готовить. Быстрее что-нибудь готовить, быстрее тарелочку, чтобы он мог поесть. Вата все время мерзнет. Все время мерзнет, и все время кажется, что это холодно. Так вот. Этот холод ее возбуждает, он становится недовольный, уставший. Поэтому вате не грех и 12 маечек подогреть, 4 свитера, еще 3 шарфика, еще к батарее 3 шарфика. Это нормально. Каждая своя примерная конституция, можно долго об этом говорить, это другая тема. Но сам принцип, что лишь бы это не мешало нашим отношениям. Потому что если это мешает, значит это уже какое-то отсутствие разума. Поэтому старайтесь делать все правильно, чтобы не заболеть и в то же время не испортить свои отношения с другими людьми. Потому что если нужно кому-то готовить завтрак, лучше его приготовить и самим поесть. Все страшно. Потому что если готовить человек, который не хочет есть, то такую еду лучше не есть. Нельзя есть еду от человека постящегося. Если человек постится и готовит одновременно, это очень опасно. Могут быть негативные реакции. Потому что он ее есть не хочет, и он с ней борется и пытается, так сказать, убить себе это желание покушать, и ему не нравится запах, и то, и в конце концов, немножко завидует тому, кто ест. Поэтому ну, готовить должен только тот, кто потом сам будет это есть. Это такая, в общем-то, техника безопасности. Поэтому не нужно доводить себя до тяжелой аскезы и готовить там кому-то большой пир, если сами вы собрались постичь. Нужно быть аккуратным. Это уже излишняя аскеза. Потом могут быть какие-то подозрительные явления сознания у тех, кто это все поест. Да. Но мясо уже испортить невозможно. Поэтому ваше негативное к нему отношение его хуже не сделает. Оно уже максимально плохо по своей природе, поэтому добавить вы просто ничего не сможете. Поэтому, к сожалению, насилие уже никак не испортишь. Поэтому нужно готовить, да, и это наш долг, чтобы кому-то делать. Долг, он, так сказать, карма греха, она аннулируется, если это наш долг. Поэтому, ну что делать, мы не должны эту эмоцию, как мы говорили, включать. Поэтому мы не должны думать, что да, вкусненько. Вы же понимаете, это наш долг, ну что делать. Это наш долг, поэтому мы исполняем свой долг. И... Да, в конце концов мы должны помнить, что на истинном уровне вегетарианства человек не испытывает негативных эмоций от того, что кто-то употребляет на свою пищу. Ну это не волнует. Нас волнует это только тогда, когда мы еще не стали истинными вегетарианцами. Если нас что-то задевает, значит, мы не прошли этот этап. Вот. Если нас задевает противоположный пол, лучше пока не думать о санясе. Вот. Лучше пока как-то так пожить в социуме. Если нас уже не задевает противоположный пол, можно подумать об этом. Но для этого должны быть лучшие всякие. Как мы уже говорили.
Поэтому если нас не задевает мясная пища, то еще с уважением относиться к другим людям, понимать, что это их вид питания, и он, и это вид питания им пока помогает. Каждый проходит свое. Это не значит, что мы, так сказать, тоже не проходили эти уровни, мы их тоже проходили. Мы тоже прошли через это и прекрасно стали, в общем-то, понимать какие-то более глубокие основы философии. Мы перешли на теорию Хинса, в какой-то степени стали на какой-то платформе теории Хинса. Поэтому и, в общем-то, то, что человек не совершает какие-то действия на своем уровне, это еще не говорит о том, что это все абсолютно потерянный человек, вовсе нет. Нет, он проходит те же этапы, которые мы проходили. Еще неизвестно, кто их лучше пройдет. Кто их пройдет лучше. Поэтому должно быть уважение и выполнение своего долга. Но сопереживать не обязательно. Сопереживать не обязательно. А забрать? Мы говорили об уважении последние два дня. И уважение может быть внутренним и внешним. И внешнее уважение – это милосердие. Милосердие или по-другому человечность. И мы должны разобраться в этом вопросе. Развитый человек, преданный, объясняется в наших писаниях, он не может держать вздох сострадания в виде несчастья других. Это признак преданного. Это одно из самых ярких критериев нашего прогресса. Мы начинаем сопереживать чужие горе. Мы привыкли ненавидеть врага, это материализм. Материализм – это ненависть к врагу. Мы привыкли ненавидеть врага, иллюзию, гум, невежество, наше время, материализм, все, мы привыкли ненавидеть это. Но это форма материализма. Ненависть – это не эмоция любви. Это эмоция деградации. Эмоция любви – это сострадание, а не ненависть. Сострадание. И ненависть говорит о том, что мы находимся на том же уровне, что и ненавидим. Если мы что-то ненавидим, мы находимся на уровне того, что мы ненавидим. А сострадание говорит о том, что мы уходим с этого уровня. У нас появляется духовное видение. И мы уже способны увидеть разницу между душой и телом. Поэтому ненависть к алкоголю может к чему привести? К алкоголизму. Как ни странно. А сострадание к душе, которая находится в теле алкоголика, может возвысить нас до уровня духовного видения. Поэтому необходимо отделять душу от тела, необходимо отделять саму проблему от того, кто испытывает эту проблему. Необходимо отделять болезнь больного. И милосердие, что такое милосердие? Это передача знания без боли. Милосердие, когда мы знания передаем без боли. Это вот такие интересные явления. Отрубать себе кулозное эго. Такие отрубатели ходят с топорами. Находят человека с ложным эго и отрубают ему. Крестовый поход против ложного эго. Зачем его отрубать? Может его отмочить в розовой воде? Соки из-под губ жены? Почему сразу отрубать? Почему не отмочить? Сок от желудка может учить, сок от губ жены. Делайте глоток. Сок от глажу моник очень вкусный, сладкий, с розовой водой. Вот его можно отмочить. Еще стаканчик. Тот же самый эффект. Если дело дошло до операции, значит мы просто плохие врачи. Война – это крайний метод. Лучше приятная политика, лучше переговоры, лучше намеки. У нас особая йога, бхакти-йога. Это йога любви, а в любви большая часть, в общем-то, передается через милосердие. И в йоге известны такие некоторые банхи, это замки называются на санскрите, банхи. Замки, есть такие замки кармы, и уважение – это один из банх, один из замков. Изучают тут охотовик? Есть банхи, замки определенные. От этого слова произошло слово банд. Банд. Завязывает. То, что связывает, завязывает. Есть несколько видов тонких и грубых таких бандх, замков в йоге. И грубые бандхи бывают верхние и нижние. Например, верхняя бандха – это когда человек на выдохе прижимает подбородок к груди, запирает проход воздуха. Нижняя бандха – это втягивание из живота на выдохе. Когда вы втягиваете,
зажимаете этот проход. Поэтому есть маха мудра, когда оба замка применяются, когда на выдохе человек втягивает нижний бан и закрывает, потом верхний и задерживает дыхание. Маха мудра, маха бавха, дает много здоровья, в йоге практикуется. И все это элементы хатха-йоги, но такие же банхи есть и в нашей философии, есть тонкие банхи. И вот уважение – это тонкая банха, тонкий замок. Оно запирает нашу карму, не дает ей проявиться на все 100% уважения. Запирает нашу карму, завязывает ее. Фактически это единственная возможность более-менее нормально жить в этом мире. Уважение завязывает карму, запирает ее, закрывает. И нужно понять, что человечность – это в первую очередь уважать ошибки других. Потому что уважать успехи других, в принципе, ну как-то еще понятно. Но вот ошибки других необходимо научиться уважать. Что это значит? Это не говорить о них с радостью или пренебрежением, об ошибках других. Со злорадством. Злорадство – это симптом зависти. Злорадство. А зависть – это чувство, которое возникает тогда. Зависть, давайте вспомним. Это чувство, которое возникает тогда, когда наши желания исполняются у других. Наше желание исполнилось у других, и мы испытываем зависть. Почему у него, почему не у меня? За что ему, а мне, а я же всю жизнь? А ему, он же ничего не сделал, за что ему? Это просто наше желание исполнилось у кого-то другого. Сострадание делает наше сердце мягче, а злорадство делает его жестче. Поэтому противоречит нашему развитию. И когда одновременно проявляются эти два противоположных качества, с одной стороны мы сострадаем кому-то, а с другой стороны над кем-то злорадствуем, наше сердце просто разрывается на куски, не выдерживает такой нагрузки. Просто не выдерживает. Что такое милосердие? Давайте разберемся. Это очень важное для нас понятие. Милосердие – это когда мы понимаем, что кто-то получает, в принципе, по заслугам. Да, все получают по заслугам, все. Это факт. Мы это понимаем. Но, несмотря на это, наше сердце не может этого терпеть. Мы не можем этого терпеть. Мы понимаем, что к человеку пришла карма, и он получил ее по заслугам. Но мы не можем этого терпеть. Это милосердие. Это милосердие. Все остальное – это злорадство. Вот так им и надо, вот так они, вот так вот, да. Все правильно. Это их карма. Да, это их карма. Но мы не можем этого терпеть. Вот это делает нас действительно человечным. Вот это делает нас преданными. Да, мы понимаем, с одной стороны, что это карма, но мы не можем этого терпеть. Вы чувствовали это? Это очень важно. Все остальное – это просто злорадство, просто цинизм и издевательство. Все остальное не имеет никакого отношения к духовной жизни. Бог тоже не может сам назначать нам наказание, Он тоже не может терпеть наши страдания. Ему тоже все это больно. Поэтому у него глаза красные, он плачет постоянно, видит наше положение. Поэтому он ставит на эту должность своего слугу, Ямараджу. Мы уже говорили об этом. Вот это уже наша лива, у нас Ямараджа лива. Ямараджа лива. Мы играем его роль всю жизнь, как мы говорили, потом встречаемся с ним лично. Поэтому везде говорится, перестань судить, не судим будешь. Перестань корчить из себя судью, никогда с ним не встретишься. Очень просто. В конце концов, даже если мы с ним встретимся, сейчас такую вещь скажу, интересно, вдруг, ну, мало ли что, бывает, вдруг, будем надеяться, что нет, по-пу-пу. Но вдруг, я скажу, что делать, если вдруг с ним встретитесь. Есть одно интересное правило, которое знают все. Уважительное отношение к суду и судье, что делает? Смягчает. Уважительное отношение. Смягчает срок наказания. Поэтому он тоже, в общем-то, личность грамотная. Не дай бог, если попадете к яме вдруг. Просто проявите свое уважение. Не спорьте, не ругайтесь, не доказывайте свою правоту, проявите уважение. Проявите уважение. Да. Так. На всякий случай. Мало ли что. И развитие уважения имеет свою последовательность, которую важно знать и не нарушать. У нас есть чувства, ум, разум, эго и душа. Да? И первым нуждается в уважении. Что? Чувства. Чувства, ум, разум, ноги и душа. Да. Мы привыкли чувства контролировать, поэтому чувства уважать не собираемся. Ну а как мы общаемся? Мы чувствами общаемся. Мы все чувствуем. Что бы человеку ни говорили,
какие правильные слова и хорошие идеи, но если его глаза видят некрасивое, нос чувствует неприятное, уши слышат что-то раздражающее, а язык пробует невкусное, все будет для него неверным. Он не примет нашу правоту. Не примет. Если чувство будет говорить другое. Мы, например, на публичных лекциях никогда не зажигаем благовония. Никогда не зажигаем. Так как кому-то они точно не понравятся. Ну, только 100%. Кому-то точно не нравится. Кто просто не воспринимает. Но он от этого не становится демоном, потому что ему не понравились эти благовония. Мне тоже какие-то благовония не нравятся. Всем нравятся все благовония? Абсолютно все? Мне не все. Мне вот наши актерские благовония не очень нравятся. Из угля сделанные, угольные. Такие шахтерские. Дым стоит в квартире. Синий. Дым, видели, как вот, да, как из печки он летает. Нет, можно, кстати, астму заработать спокойно. Вот угольные благовония. Поэтому покупайте хорошие благовония. Астму спокойно. Если постоянно в этом дыму находиться, запомните, что благовония, они жгутся там, где есть проветривание. Уже не проветривание. Поэтому обычно благовония зажигаются в храме, но в носе на улицу втыкаются. Или на улице, говорите, чтобы был свежий воздух. Когда постоянно в дыму астму можно спокойно заработать. Потому что бамбук, который является палочкой, это вот такой достаточно агрессивный элемент. И если это уголь, это тоже очень агрессивный элемент. Можно легко астму заработать. Поэтому в храме должны быть самые дорогие благовония. Дорогие, очень хорошие, качественные благовония. И то их нужно зажечь, и не дать им полностью гореть, нужно тушить. Чуть-чуть, буквально 2-3 минуты достаточно. И потом тушится благовоние, кому-то можно подарить, как Махапрасад. Никакой проблемы нет. Но нужно быть аккуратным, потому что чувство. Это принцип, не нужно пугать человека тем, что связано с его чувствами, особенно с языком. Особенно с языком. В йоге говорится, что у человека есть два языка. Это верхний и нижний язык. Соответственно, человеку нельзя говорить сразу о смене питания и еще о чем, об отказе от сексуальной деятельности. Потому что это его тут же испугает, это два его языка. Так в йоге объясняется, я тут ни при чем, простите. Так уж говорится. И человека все пугает, то, что связано с языком, тут же пугает. Если нам скажут, что кушать будет нечего в ближайшие 3 дня, мы тут же испугаемся. Еды не будет. Еды не будет. Хлеб закончился. Как только, не дай бог, знаете, это такая... Всегда, ну, проблема в стране, там сух проходит, соли больше не будет, все бегут, закупаются ящиками. Хлеба больше не будет. Бывают такие какие-то истерики в стране. Все бегут, закупаются, не знают, ну, куда все это деться. Время от времени какой-нибудь наконец света объявляется. Очередной. Все закупаются. Что мы этого боимся, да, это то, что нам дает самое яркое ощущение. Поэтому это очень страшно звучит. Все, что ты ел, это все ерунда, все, что делал, это все плохо. Человек это очень боится. И более того, в культуре объясняется, что об этом даже друг с другом не нужно говорить. Все и так все об этом знают. И это просто некультурно говорить о том, что человек ест и как он там с кем общается на мешковом уровне. Это просто некультурно об этом говорить. Некрасиво. Некрасиво. Это просто некультурно. Язык показывает некрасиво. А тело мы прикрываем одеждой. И говорить об этом тоже некультурно. Мы это как одежда прикрываем, так и говорить об этом некрасиво, некультурно. Уважая зрение, мы стараемся выглядеть привлекательно для других людей. Одеваемся как-то красиво, стараемся как-то выглядеть, чтобы другим было приятно. Поэтому, уважая слух, мы не скупимся на приятные слова. Слов должно быть много, они должны быть приятные. От этого зависит даже атмосфера вокруг нас в этой жизни. Говорится так в законах кармы. Если человек говорит людям приятные слова, то его сон всегда будет спокойным, его сон никто не будет тревожить никогда. Но если он говорит неприятные слова, все, все соседи будут ремонтироваться вокруг него постоянно, все время будут что-то сверлить, собаки будут гавкать, один сосед будет рок-музыкантом, и всю ночь будет играть на бас-гитаре одну и ту же мелодию. Просто можно с ума сойти. Везде будет гавкать какая-то сумасшедшая собака. Это просто последствия того, что мы говорим некультурно с другими людьми. Тут же приходит реакция. Как только мы говорим приятно, все тут же куда-то засыпают. Становятся тихими, развещаются. Даже в этой жизни это действует очень благоприятно.
Поэтому приятные слова, есть такой закон интересно описывается, так, приятные слова вызывают приятные мысли. Да? Когда с вами приятно говорят, приятные мысли появляются. Приятные мысли вызывают приятные поступки, хочется приятно поступать. А приятные поступки вызывают приятную жизнь. Всю жизнь становится приятной. А все начинается с приятных слов. Просто говорите со всеми приятно, и вдруг жизнь становится приятной. Пробуйте куда-нибудь. Очень интересно. Вы попробуйте. Со всеми говорить приятно. И вдруг жизнь становится приятной. Становится приятным, жить приятно. В таком нехорошем месте жить приятно становится. Поэтому приятная атмосфера, она со слов начинается. С приятной речи. Уважая тактильные чувства, мы должны помнить, что нельзя трогать чужие вещи. Кто я тут положил? Что это такое? Это часть тела человека. Часть тела человека. Нужно быть очень аккуратным. Очень аккуратным. Так иногда без уважения можно вызвать очень негативную реакцию. Когда в некоторых храмах есть такие охранники веселые, и все заходят перед храмом, аккуратно ставят свои тапочки перед храмом, заходят, а выходят, и из тапочек уже такая гора сложена. Дробная, высокая гора, и все ищут, пытаются найти свою пару в этой горе, смотрят косо на этого полицейского, думая, кем он в следующей жизни родится. Это очень некрасиво. Нельзя трогать чужие вещи. Ну, знать этого чая, эту вещь позвать, его после сам ее переставит. Нельзя трогать чужие вещи. Тактильное ощущение, часть тела человека. Более того, нельзя даже смотреть на них, это тоже форма касания. Когда мы смотрим на чужие вещи, это тоже форма касания. И даже нельзя думать о чужие вещи. Очень интересная есть концепция, Шри Шипанишатана объясняет эта концепция, очень интересная. Правильное сознание, сознание действительно человека, разбирающегося в ведах, это то, что наш в этом мире только Кришна, вот он наш. Все остальное не наше, все остальное чужое. Все остальное чужое. Наш только Кришна. О нем можно думать сколько угодно. Сколько угодно. Он наш. О нем можно думать. Все остальное не наше. Не наше. Чужое. Все остальное. Это концепция Шри Шипанишаты, в нем объясняется, что это тут же делает человека счастливым, тут же, спокойным, счастливым. Это концепция целого трактата. Наш только Кришна. Все остальное чужое, не наше. И человек тут же становится счастливым. Действительно. Тут же становится счастливым. Следующее – это уважение ума. Следующая ступень. Когда мы уважаем ум человека, то мы уважаем его предпочтения. У каждого человека есть предпочтения. Мы не можем заставить человека приятное почувствовать как неприятное, а неприятное почувствовать как приятное. Мы не можем взять и изменить его чувства. Можем его заставить. Это тебе должно быть вкусно. Ну попробуй еще раз. Ну как так тебе не нравится? Это я же тебе приготовил. И он уже вынужден говорит, нравится. Но мы не можем это сделать. Не можем это сделать. Это вообще на закон культуры, когда мы приходим и нас угощают, нужно всегда еду хвалить. Никогда нельзя говорить, она вкусная или нет. Нужно всегда хвалить, что это точно вкусно, вот это вкусно. Никогда нельзя говорить, что это не вкусно. Нет. Мы не можем просто взять и сказать человеку, что этого не надо хотеть. Не хоти этого. Как это так? Раз и не хотеть. Но он это хочет. Оно просто хочется и все. Зачастую, пока человек сам не придет к выводу, что это ему не надо, и что это не имеет никакого смысла, наши доказательства не оказывают на него никакого воздействия. Какие-то физиологические функции просто проявлены. Нет ничего опасного чего-то хотеть, мы говорили об этом. Когда человек чего-то хочет, если он чего-то хочет, это, в общем-то, не так опасно. Опасно это строить планы по поводу осуществления своего проекта. Просто хотеть не опасно. А вот строить планы по поводу осуществления проекта, это опасно. А хотеть это естественно. Ты что-то хочешь и все. Ну, тогда просто из сердца идет энергия. И она хочет чего-то по привычке. А вот строить планы, это уже греховно. В самом предмете, вот это гуна предмета, не опасно в самом предмете. Гуна проявляется в соприкосновении с предметом. В соприкосновении с предметом. В самой водке гуна не опасна. Она стоит себе в серванте и стоит. Не бойтесь, не взорвется сам по себе. Но стоит налить ее в стакан, поднести ко рту, коснуться губами, понюхать, упаси Бог. И иногда даже просто посмотреть на нее, построить планы. Как гу наступает в свои права, начинает действовать. Например, одурманивающие вещества вызывают свое влияние на того, у кого был опыт их употребления, просто своим видом. Одурманивающие вещества даже своим видом одурманивают. Видом одурманивает. Обыкновенный опыт. Можно поставить обыкновенный опыт. Он ставился много раз с психологами. По изменению реакции человека, перед которым просто ставили бутылку водки.
И опыт показывал очень просто, что человек, даже увидев свою любимицу, начинал терять быстроту реакции, проявлял все признаки первой стадии опьянения. Просто увидев ее. Таким же образом действует и противоположный пол. Сами по себе женщины или мужчины не опасны, пока вы не пытаетесь вступить друг с другом в контакт. Недавно я такую шутку мне рассказал, интересно. Женщина слабое, беззащитное существо, от которого невозможно спастись. Это не значит, что кто-то хуже или лучше. Нет. Но сами по себе, ну, в общем-то, безопасно. Только начинаем общаться, тут же начинаются какие-то погони, преследования, обиды, сплетни. Тут же начинаются проблемы, тут же карма начинается. Сами по себе все нормально. Все, как только посмотрели, подумали, не дай бог потрогались, а тут же проблемы начинаются. Действие. Действие – это посмотреть, подумать и потрогать. Это действие. И карма тут же начинает действовать. Гуна начинает влиять. Все тут же, моментально. Гуна влияет. Гуна влияет. Помните, я рассказывал, да, что когда мужчина смотрит на женщину, то его сознание за одну секунду переходит с одной чакры на более низшую. Поэтому примерно 7 секунд и сознание с самого верха до самого низа деградирует. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Жените, разве? 7 секунд. Очень быстро происходит общение с гуной. Гуна очень быстро действует. Поэтому, одним словом, провод под напряжением не опасен. Пока мы не вступим с ним в контакт, пока он его не коснется. Сам по себе он, в общем-то, ничего опасного не несет. Пока он на расстоянии. Поэтому не надо бояться гун, нужно бояться соприкосновения с гунами. Значит, нужно просто технику безопасности соблюдать. Вот культура – это техника безопасности. Допуск некоторый. Допуск. Допуск. Уважение разума – это уважение выбора человека. Мы столько сил на это прикладываем, чтобы доказать другим, что они сделали неправильный выбор. Но именно уважение выбора человека помогает им сделать его правильно, осознать его правильно. Если человек чувствует, что его выбор не уважают, он его неправильно переоценивает. А если человек чувствует, что выбор не уважают, он просто не может его переоценить. Он не может понять, он стоит на своем, он будет упираться, он будет доказывать изо всех сил, что он правильно сделал выбор. Но если он чувствует, что его уважают, и выбор уважают, то он начинает видеть, что он сделал. Начинает видеть последствия своего выбора, начинает понимать, что произошло. Это возвышает его сознание. Уважение возвышает сознание. Если не уважают, то будет просто на зло действовать. Поэтому уважение включает разум у того, кого мы уважаем. Если человек сделал неправильный выбор, просто уважайте его выбор, это включит его сознание, он поймет, что он поступил неправильно. Интересно, да? Интересно, интересно. А мы начинаем бороться, и он встает, так сказать, в противостоянии. Он будет на зло делать дальше, чтобы доказать, что он прав. Мы сюда попали добровольно в этот мир. Значит, уходить тоже нужно будет добровольно. Добровольно можно только уйти. Никого нельзя отсюда вытолкать. Никого нельзя. Даже все ятры мы отсюда одного не вытолкаем. Бесполезно. Добровольно каждый уходит. Каждый уходит через свой свободный выбор. И ведическая культура – это умение добровольно сделать свой выбор и нести за него полную ответственность. Это добровольно сделать выбор и нести за него полную ответственность. Свобода. Что такое свобода? В ведах объясняется свобода. Свобода – это самому выбирать свое окружение. Как действует материализм, например, богатство, слава, власть, вожделение. Человек не может выбирать свое окружение, все, он не может из него вырваться. Поэтому все эти материальные блага – это оковы. Человек лишается своей свободы. Но человек отречен, но он свободен. Хочет туда, хочет в этом храме, хочет в том. Или как преданные мигрируют, такие миграции преданных. Туда все побежали, там весело. Там стало скучно, туда все поехали. Миграция. Я иногда езжу, везде одни и те же лица уже. Все мигрируют, как перелетные птицы. Стайка полетела, один полетел. Написал своим друзьям, ой, здорово, приезжайте туда, все полетели. На самом деле, толку нет. Везде весело, по-своему. Миграция такая, веселая. И, наконец, уважение ложного эго-человека – это признание его заслуг. Уважение ложного эго-человека, признание его заслуг. И неважно, когда он заслужил, в этой жизни или в предыдущей жизни, до духовной практики, во время духовной практики. Мы должны уважать то, что другой человек считает своими успехами и достижениями. Должны это уважать.
Например, красивого или богатого человека нужно уважать за его благочестие в прошлом. Ну, он стал таким, потому что был благочестив. Некрасивый, бедный человек нужно уважать за его отречение в прошлом. Так этот признак в основном говорит о том, что они любили своих бедных, некрасивых членов семьи и были им верны. Поэтому теперь они следуют этому пути. Это их верность, это признак верности. Надо уважать образование человека, его должность, его положение в обществе, возраст и точку зрения. Это уважение ложного эго человека. И уважение ложного эго человека позволяет и ему, и тому, кто уважает его, выйти из-под влияния самого ложного эго. Как мы говорили, уважение возвышает. Поэтому если мы уважаем заслуги человека, мы выходим из-под их влияния, и они уже меньше действуют на человека. Если этого уважения нет, человек будет отстаивать свое право гордиться своими заслугами. Будет их отстаивать, свои права. Соответственно, будет одно сопротивление, он закрепится на этом пути. Ну и, конечно же, уважая душу человека, мы принимаем его право любить того, кого он хочет любить, и так, как он этого хочет. Любовь проявляется индивидуально и не терпит вмешательства в свои дела. Мы проявляем нас общество создания Кришны. И мы любим Шилу Прабхупаду, это наша любовь, наша форма любви. Это наши выборы и наши права. Это наш выбор, наши права. И никто не имеет права сомневаться в нашей любви, критиковать нашу любовь или пытаться сделать ее более разумной, нашу любовь. Любовь не подчиняется доводам разума или логике. Просто мы хотим постоянно помнить о Шиле Прабхупаде. Хотим постоянно читать его книги. Мы хотим говорить только о нем. Это наше право, это называется нашим обществом сознания Кришны. Мы любим здесь это общество любви к Шри Прабхупаде. Так интересно. И любое общество это в своем роде фан-клуб некоторый. Любое общество это фан-клуб. И мы тоже в какой-то форме фанаты, мы фанаты Шри Прабхупады. Этот фанатизм достоин уважения, потому что такая любовь в этом мире встречается очень редко, крайне редко. И любовь к святому это признак особой милости Бога. Это редчайший дар. Это признак особой милости Бога, когда человек вдруг начинает любить святого. Это редчайший дар. Это редчайшее событие в этом мире. Редчайшее событие. Редчайшее событие. Ничего нет выше этого события. В нашей жизни, в жизни этой планеты. Особое сознание. Особая милость Бога. Значит, что Бог сделал, Кришна сделал личный подарок этому преданному. Это Кришна сделал личный подарок. Он подарил ему любовь к святому. Это особый подарок. Особая любовь к чистому преданному. И любовь, кто так или иначе пытается отобрать этот подарок, или преуменьшить его значение, или раскритиковать, становится личным врагом Бога. Это очень опасное положение. Поэтому кто-то любит кого-то, все, не трогает этого человека. Пусть любит, как хочет, кого хочет. Нельзя отбирать чужие подарки. Вы кому-то приходите, и вам говорят, вот мне этот там парень, эта девушка, вот вазу подарил. Ерунда это, не ваза, бомба. Это несерьезно. Что это за подарок? Это подарок. Я бы тебе лучше сделал подарок всю жизнь. У нас лучше дарят подарки. Нет. Мы должны быть очень аккуратным. Любовь к Богу, к его преданным, это редчайший дар. Если она у человека проявилась, тот, кто пытается хоть как-то преуменьшить эту любовь, это врать Бога на всю жизнь. Ему не будет места ни в этом мире, ни в следующем. Он будет везде гоним. Он лишается навсегда счастья. Навсегда. Это нужно быть очень аккуратным. Будьте очень аккуратны. Поэтому любит человек Иисуса Христа, пусть любит. Не трогайте этого человека. Не трогайте, он его любит. Это подарок от Иисуса Христа этому человеку. Любит человек своего Бога, пусть его любит. Любит своего святого, пусть его любит. Это их любовь, это их подарок. Это кто-то кому-то сделал подарок. И нельзя над этим подарком смеяться. Нельзя над этим подарком смеяться. А? Что? Ну это же их дело, а у нас свое дело. У нас-то свое дело. Нужно у других критиковать. Они любят своего Бога, поэтому они ваши подарки критикуют. А вы их подарки не критикуете. Понимаете? В этом и дело. Поэтому мы можем только на себя воздействовать, и мы не можем к себе требовать какого-то отношения. У нас уже есть подарок всем. И никто не может его у нас отнять. Никакой близкий или родной не может взять и отнять этот подарок. Просто не может. Это просто его личная проблема. Но к нам никакого отношения нет. Потому что подарок, он на уровне души происходит. Поэтому это есть уровень души.
Это не какая-то ваза, которую можно отнять и разбить. Веру невозможно так просто отнять и разбить, если мы не хотим ее отдать. Поэтому греховно уменьшать любовь жены к своему мужу. Это грех. Да что ты его любишь, да разводись, вот разведешься, будет нормально. Есть такие женщины? Их зовут разведенками. И они подходят и говорят, да бросай этого дурака, да он только тебе жизнь испортит, да живи спокойно, он тебя не любит, зачем тебе это надо, другого найдешь. Это очень греховно, они в акцию пойдут. Все свои бригады, у них будет специальный котел. И их мужья будут им там подсыпать масло туда и дров. Нужно быть очень аккуратным, развелись сами, не мешайте другим жить. Ну, это так быстро. Нельзя разрушать любовь ученика к своему учителю. Это греховно. Если нельзя вставать между учеником и учителем. Любовь ребенка к своим родителям нельзя разрушать. Нельзя разрушать любовь ребенка к своим родителям. Не заставляйте меня разрушать вашу любовь к своим родителям. Это греховно. Не заставляйте меня греховные действия совершать. Мне постоянно заставляют греховные действия совершать. Я не буду разрушать. Я никому не дам... Но на согласие на ваш развод или на расставание с родителем или на расставание со своим учителем не требует от меня греховных действий. Я не хочу совершать греховные действия. Даже если я могу вас понять, это не значит, что я буду совершать греховные действия. Да, я понимаю, что есть трудности, но я не хочу совершать греховные действия. Позвольте мне не грешить, хотя бы в этом храме. Все это заслуживает вот это разрушение тяжелого наказания, так как разрушает веру. Веру – это единственное качество человека, которое способно его спасти в это время Кали-юги. Никто не должен разрушать веру. Никто не должен веру разрушать. Поэтому мы должны быть очень аккуратны и стараться, в общем-то, веру поддерживать, а не разрушать. Ну, еще пару вопросиков я могу ответить, наверное, здесь его положим. Мы уже долго достаточно общаемся. Ага. Я живу с мужем, да? И вот на этот момент, когда я была с мужем, в будущем, когда мы с вами все сегодня говорили, что это вот так, это делаешь не так. И ну, в общем-то, понять, что ну, где же вот. А потом, значит, ну, еще такое понимание, то есть уже ну, понимаешь, что где что-то. Поэтому мы все не говорим, что живешь, понимаешь, ну, как там, встраиваешься, и пытаешься себя изменить, посмотреть, ну, как есть, как есть. А потом такой момент, ну, я постепенно, как закончилось, приходишь, и немножечко не кричишь, ничего, но как бы так это, ну, возмущенно, да? Что-то говоришь, потому что сразу же остановить нельзя, а резко. И я впервые узнаю, что я прихожу как бы с обидой, на что-то жалуюсь, да? А это все, оказывается, все время воспринимаешь. Ну как я могу с тобой разговаривать, что все время у меня нападаешь? Я была шарашена. То есть я никогда не считала, что я нападаю. То есть я считала, что я прихожу жаловаться, я жалуюсь, конечно, эмоционально. А это принималось, как будто я нападаю. И вот я вот немножечко в этом штуке, немножко не понимаю. То есть как, непонятно, что... То есть я говорю, я все время как бы, ну, как бы жаловалась на это, да? Но никто не слушал, не нападал. Он говорит, нет, ты нападал, а что, если ты нападаешь, что будешь придраться? Ну, поговори, поговори, ладно. Ну, как-то я не могу понять, какая-то психология какая-то или что-то. Или нельзя вообще эмоционально говорить со всеми, то есть надо лучше успокоиться, спокойно разговаривать. Да, мы разные. Мы разные. Значит, то, что мы как-то воспринимаем ситуацию, абсолютно не обозначает, не означает, что другие будут ее так же воспринимать. Поэтому иногда это полностью противоположно. Поэтому есть суды, есть гражданские суды, есть споры, есть скандалы. Потому что на одно и то же люди смотрят по-разному. Поэтому необходимо понять другого человека, прежде чем, в общем-то, делать свои выводы по поводу ситуации. Поэтому ничего лучше разговора еще не придумали. Мы разговариваем, общаемся, обсуждаем что-то. Иногда на это много лет уходит, чтобы это что-то оговорить. Да. Да, да, это задача на всю жизнь. Задача на всю жизнь, поэтому мы не можем видеть одинаково, мыслить одинаково, чувствовать одинаково, мы все это делаем по-разному, поэтому всегда нужно быть крайне аккуратным и не впадать в иллюзию, что то, как думаю я, так же думают другие, как вижу я, так и видят другие, как чувствую я, так чувствуют другие. Может быть полностью до противоположного. Полностью до противоположного.
Это называется бдительность. Бдительность, быть бдительным. То есть стараться не впадать в иллюзию, что я, так сказать, критерий ума, я критерий чувств, я критерий понимания. Ну, не критерий. То есть другие могут абсолютно по-другому мыслить. Абсолютно. Вот, это нормально. Хороший опыт. 30 лет? Ну, еще долго, да. Лет это мало. Пока все кризисы пройдешь, это много лет. Минимум 3 кризиса, 21 год. Чтобы хотя бы что-то понять в другом человеке. Поэтому обычно люди, так сказать, не понимают друг друга и потом живут, думая, ну вот ничего не получилось. Но мы просто еще не пытались понять. Достаточно много лет уходит, чтобы хотя бы чуть понять другого человека. Легче не становится. Но когда понимаешь, то сначала становится легче, но потом начинается новая крепость. Да. Новые деньги. Поэтому жизнь — это не просто облегчение, это переход к следующему экзамену. Обрадуйтесь, когда умрете. Вот это будет настоящая радость. Для преданного — это настоящая радость. Потому что он сдал все экзамены, после экзамена, и диплом ему лично Кришна выдает. Вот это радость. А когда Ямарадж проверяет наши оценки, здесь тройка, здесь тройка, здесь незачет, здесь что-то подперто. Да, а это что за справка, кто я тебе выписал? Сейчас проверим. Поэтому, когда мы честно сдали все экзамены, пусть на 4 с минусом, пусть это не золотой диплом, но нас поздравляет Кришна, это, конечно, радость большая. А здесь нужно ожидать, что будут серьезные испытания. Будут серьезные испытания, серьезные экзамены. Это мир учебы. Поэтому мы должны просто быть хорошими учениками и принимать испытания с решимостью, терпением, благодарностью и уважением. Конечно. Конечно. Нужно делать выводы и понимать, что хорошему ученику нравятся испытания, плохому ученику они его раздражают. Поэтому нужно просто быть хорошими учениками. Радоваться тому, что эти уроки приходят от Кришны. Поэтому мы радуемся тому, что это Он нам лично прислал задание. Лично Он прислал нам это задание, с этим разобраться. Поэтому Он, в принципе, так сказать, может и другая личность какая-нибудь прислать нам задание. Будет некоторая разница. Достаточно серьезная. Когда задание приходит от папы, это одно. А когда приходит представитель закона, это другое. Потому что папа тоже наказывал. Папа, конечно, да, серьезно наказывал, страшно. Но это и рука папы. Поэтому будет достаточно больно, но терпимо. Мы должны быть реалистами. То есть в любом случае в этом мире придется проходить весь набор испытаний. Только весь вопрос в том, от кого будет это испытание. Мы получаем личное испытание от Кришны. А мы любим его, поэтому мы любим его испытания. Но это не значит, что они будут приятными. Больше не значит. Такая ситуация, если, допустим, моя природа, такая вспыльчивость, раздражительность, кого-то из моих родственников раздражает. Ну, они обижаются, там и прочее. Но я пытаюсь объяснить, что это карма моя, правда, что я такой вот, и принято мне таким. Потому что я не могу это изменить. И человек не понимает и продолжает требовать. Это доставляет мне какие-то беспокойства. И вся проблема в том, что я не могу это объяснить человеку, что я не могу изменить, и он это не понимает. Вот как мне действовать в этой ситуации, чтобы как-то вот эта ситуация разрешила? Она не разрешится. Просто терпеть? Она не разрешится. Не обязаны люди испытывать радость от наших проблем. Это же наша проблема, наша природа. Поэтому как люди могут испытывать радость от наших проблем? Поэтому мы должны изо всех сил стараться действовать так, как другим будет приятнее. Стараться изо всех сил. Но это не факт, что можно людям объяснить, что наши проблемы нужно принять как задолженные радости. Нет, нужно стараться изо всех сил делать лучше. Насколько мы можем. Но наша задача не ходит объяснять, сказать то, что это так должно быть, что у меня такая природа. Поэтому извините, как я буду себя вести.
Мы должны извиняться, мы должны понимать, что наша природа бесит кого-то, и должны стараться изо всех сил нормализовать ее до того момента, чтобы людям как-то было сносно с нами общаться. Да. Поэтому есть дезодорант. Наше тело может пахнуть неприятно. И мы можем быть честными и ходить, ну вот привыкайте, вот так я пахну. Нет, мы должны просто взять дезодорант и сделать вид, что мы пахнем розами. Или морским прибоем. Это культура. Объяснять, что извините, вот так вот, такова моя природа. Никого это не волнует, то, что придет. Это не бескультурщина называется. Бескультурщина. Поэтому изо всех сил запаситесь дезодорантами от своей природы. Помажьтесь, полейтесь одеколоном. Тройным желательно. Делайте что угодно, чтобы в действительности как-то снизить этот запах собственной прарабдхатармы. Да, она пахнет. Прарабдхатармы. Ну вот так вот. Все берет. Разобрались? Все довольны? Шрила Прабхупада ки джай. Нитай Гора Прамадан. Завтра в это же время будет.